2 мая. Страшная дата в истории Одессы. Полетели стекла, дым резко повалил. Несмываемое кровавое пятно на киевской власти. Власть, ну, она организовывала это явление. Это разработанный сценарий Майдана по Одессе. Кто на самом деле устроил поджог и бойню в Доме профсоюзов? Там были интересы и Юлии Тимошенко, и Авакова там можно было где-то заметить. Почему жертва расправы брошена за решетку, а убийцы гуляют на свободе? Желания привлекать реальных преступников по данному производству нет. Одесса. 3 года. Фильм Аркадия Мамонтова. Когда подожгли Дом профсоюзов, люди кинулись чем тушить. В коридорах обнаружили пожарные гидранты и шланги. Воды не было, а шланги были вот так порезаны. Специальный корреспондент с Андреем Медведевым. В понедельник в 23:40 на канале «Россия».